Всем привет! Сегодня мы будем делать вот такого голубя из одного 260-го шарика. Берем шарик, растягиваем. И надуваем, оставляя где-то 7 пальцев. Завязываем ближе к колечку, подвигаем воздух, делаем малюсенький пузырек, пинч, делаем на кулак или на 4, или, ну, чуть больше 4 пальцев пузырь. Делаем еще один такой же пузырек, скручиваем его в пинч, поджимаем, еще один такой же, делаем мягкий пузырек на 3 или 2 пальца, скручиваем его в пинч, еще поджимаем и делаем пузырь на 7 пальцев и скручиваем его в петлю. И в эту петлю вставляем этот пинч. Делаем еще один такой же пузырь, оборачиваем вокруг пинчика и теперь сжимаем вот тут вот, чтобы получился клюв, и снова сжимаем здесь, чтобы воздух ушел обратно. Теперь берем за этот кончик, вот так загибаем, берем и сжимаем здесь и здесь. Здесь придерживая кончик. Получается вот такая вот голова. Скручиваем на 4 пальчика. И оборачиваем ее вокруг пинча. Убираем ее пока вниз. Здесь вот этот пузырь располагаем вот так. Крылья делим пополам, подставляя пальцы вот здесь, чтобы пузырек поменьше терся а другие пузырьки. Делим пополам и хорошо скручиваем. Теперь на 4 пальца делаем пузырь здесь и такой же здесь, придерживая его первый. Делаем второй такой же, как первый. Теперь прижимаем вот эту скрутку вот сюда.
и вот этим пузырьком. Сверху тоже ее прижимаем. И здесь вместе с пинчиком и хвостом оборачиваем. Теперь голову помещаем наверх. И рисуем глаза. Голуби у нас получились. Всем спасибо за внимание и до свидания.